Это камин призматик. Призма пристенно-угловой. Поиграемся чуть-чуть с ними, с нашими регулировочками. Нижняя колосниковая, верхняя. Шибер при этом не трогаем вообще. Открываем верхнюю. Открываем нижнюю. Все уже горячее. Полотенце. Ох, как красиво. То есть это открыта подача и закрыт шибер? Да, все открыто и закрыт шибер. Ну, то есть шибер закрывать, когда уже угли образовались. Вот, и тогда... Вот, длительность горения можно таким образом регулировать. Держите. Угу. Спасибо. Угу. Хорошая печка. Красиво. Чувствительная на регулировке. Просто красота. Еще раз. Ну вообще обалдеть. Вот она, видите, обгорает еще. Вот чуть-чуть дымок появляется. Сейчас у нее уже рабочая температура будет. Ну, окна это откройте вот, чуть-чуть. Это вот так вот углей собирается. И... А потом угу. Можно по поленцу так подкидывать. И топить да, в течение, там, грубо говоря, там 4-5-6. Ну, вы просто тут не сможете находиться, потому что она сейчас как нагреет здесь. То есть она вот сейчас вот выходит только. Вот мы можем даже шибер чуть-чуть перекрыть, например, да, где-то на 45, вот сделать его. Вот, и то есть тепло, то есть не в трубу сразу вместе ой, с дымом. Чувствуется, прям сюда пошло. Да, да, да. Ой-ой-ой. А эти регулировки все открыты, да? Вот да, ставим, да. Ну, если, да, здесь если мы закроем, он сразу интенсивность огня будет существенно ниже. То есть управлять регулировками и шибером. Да. У вас три регулировки, по сути. Угу. Верхняя, нижняя, колосниковая и шибер, да. Угу. Изумительно.